Приветствую всех, с вами Ольга и проект ElitInfoBiz. Данный обзор будет на проект инвестиций от Газпрома. На данном сайте указано, что теперь можно торговать газом. Также изображено фото председателя правления Совета директоров Алексея Миллера и обращение к пользователям от его имени. Изображена лицензия, которая, конечно, является фейковой. И есть и варианта, куда можно инвестировать деньги. Силы Сибири, Северный поток и Турецкий поток. Для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо будет внести информацию о себе, это имя, фамилию, электронную почту и номер телефона. Только после того, как вы внесете эти данные, вам будут звонить мошенники. Ниже указано, что сайт работает с 2018 года. Мы проверили регистрацию данного домена, и домен зарегистрирован 19 сентября 2023 года. Более того, ребята очень часто меняют свои домены, поэтому по сети можно найти множество клонов. Плюс ко всему, проект предлагает торговать именно газом. Но, как мы все знаем, что торговать газом могут только уполномоченные люди, а пользователи обычные могут лишь покупать и продавать какие-то ценные бумаги «Газпрома». И сделать это можно, не обязательно регистрируясь на данном сайте. Более того, есть сайт «Инвест.Газпром», и на данном сайте есть вкладка «Противодействие мошенничеству», «СМИ о мошенниках». Открываем данную вкладку, и как раз здесь нас предупреждают о том, что сейчас развелось очень много таких фейковых сайтов, которые призывают инвестировать в газ. Вот как раз здесь речь идет в данной статье именно о нашем проекте, на который мы сейчас делаем обзор. Предлагают заполнить форму обратной связи, после чего перезванивает так называемый консультант. Предлагают вложиться в один из проектов «Сила Сибири», «Северный поток» или «Турецкий поток». Как раз все эти три ветки, которые указаны в нашем мошенническом сайте. Также прикладывают цитату Алексея Миллера и фейковая лицензия. Все, о чем я вам сейчас только сказала. Поэтому ElitInfoBiz не рекомендует вам данный сайт. Это мошенники. Также остерегайтесь на просторах интернета клонов данного проекта. Ставьте лайки, если обзор был вам полезен. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех мошеннических сайтов. С вами была Ольга, проект ElitInfoBiz. Всем пока!